специально для портала yarbula.ru. Сейчас я вам расскажу, как сделать любую надпись на банане. Для этого нам понадобится обычный банан, чашка с кипятком, иголка с ниткой. Итак, для начала берем иголку и опускаем ее в кипяток, чтобы дезинфицировать. Потом берем иголку и вот таким вот образом начинаем писать любую фразу. Вот так вот. В результате у нас получился вот такой вот банан. Вот и все. Спасибо за внимание.